Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в Кровавого Гарри. Так, ну что, меня в принципе здесь все устраивает. Поехали сразу валить эти никчемные овощи. Да не просто овощи, а гнило овощи, да еще и тем более и зомби. Так, что, никто не лезет пока на меня? О, смотрите-ка, огурчики при... Ох ты, сразу же фредики и огурцы со всех сторон прут на меня. Падать и отжиматься. Так, а это у нас, как вы там, ребята, говорили, баклажан, да? Пускай будет баклажан. Я его раньше называл свеклой. Хотя, действительно, на баклажан он похож больше. Так, картофелины. Я вот не знаю, стоит ли мне всех убивать. О, свинюшки, это хорошо, это очень замечательно. На-ка, выкуси. Чи-чи-чи, такой, типа, тихо-тихо-тихо, не буянь. Ложись с миром, да? Нате, козлы, получите, распишитесь. Я только достижение получаю. Так, тихо-тихо, вот эту я возьму, пригодится. Так, а это еще что за чудило у нас тут новое, а? Появилось, это... Похоже, если честно, на Фредди Помидор, елки-палки. Вот так назовем. Да, потому что он тоже такой с когтями. И такой же злой. А ну иди сюда, огурчик. Ага, картофелина. Вот эти, кстати, бочки, ребята, очень хорошо, когда массовое скопление. О, вот это бонус, спасибо, я теперь непобедим. Так, бачок, ух ты, еще и аптечка. Ну что, ребята, я буду их сейчас всех кромсать, естественно. Грех не воспользоваться таким бонусом. Давайте-ка. Ай-яй-яй, кончился мой бонус. Да, очень быстро. Жалко нету, ребята, такого скилла, чтобы можно было продлевать бонусы себе по времени. Так, нормуль. Так, ну что, дробовик у меня пока рулит. Ой, ребята, а вот и короночка. Довольно быстрый и короткий уровень какой-то был. Но, ух ты, и мы получаем с вами уровень. Эксклюзивный повар я теперь, видите ли, стал, понимаете? Так, что нам тут дают? Так, нет, давайте мы, наверное, возьмем с вами... А, дроп денег, конечно же возьмем дроп денег, а уже дома как-нибудь потом. Потому что деньги нам нужны обязательно. Так, ну что, денежек похватает, давайте улучшим, наверное, себе дробовик. Ёкалэмэне, ядрить, колотить, я думаю, что... А, нет, ребят, у меня просто дробовик пока улучшился. А в следующий раз, если у меня будет 7000 голды, я себе смогу купить вот ту вот ружбайку. Надеюсь, она будет хороша. Так, ну пока у меня нет никакой ружбайки, будем орудовать тем, что есть у нас. Ага, выкусили картошки. О, папа картошка вышел прогуляться со своими мелкими тваренышами. Тихо, 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 тихо. Окружают гады, окружают, ребята. Да распишитесь, ублюдки. Так, слушай, морковь, морковь, елки, почему в голову... Так, вот, ребята, бочки, будем ждать их здесь. Шикандос, просто бум и все. И этих мы сейчас дочикаем с вами. Слушайте, согласитесь, было очень сейчас хорошо сделано. Бочки меня просто выручили. Так, так, я вижу, огурец скачет, да? Все неугомонный какой-то. На-ка, выкуси. И там у нас, да ё-моё, я думал, там только лишь помидор. А он еще подкрепление тут себе, понимаешь ли, вызвал. О, две помидорины. Нормально, на кетчуп пойдут. Че, картошка? Не захотела вариться в супе? Оу, пушка, ребята. Погнали. Елки-палки, любой супермен мне позавидует. В таком обличии, блин. Особенно мне нравится больше всего у него шапочка. Прям звездный герой. Так, давай помидор добьем. Ай, не, добили помидор. А огурец сейчас вернется, да-да-да. Получил, гад. Идите сюда все. О, ребятушки, у меня очень мало патронов осталось. 5 всего. А путь, наверное, еще не близкий. А нет, все нормально, ребятушки. Вот она, корона. Сейчас мы ее забираем. И все. Но, к сожалению, уровень, наверное, нет. Не пол... Или получим? Нет, не получим. Блин, жаль. А я бы хотел бы. Ай-яй-яй. Ну да не беда. Все еще у нас будет впереди. Успеем нахапать себе этих... титулов целую кучу. Так, ребятушки, давайте-ка, наверное, улучшим. Вау! 2 золотых кольта. Наверное, эпическое оружие.
Ух, ну что, ребята, в бой, как говорится. В очередной смертельный бой. В канализации мы с вами. Так, на-ка, получи. О, свинюшки, это хорошо, ребят. Получил, упырь. Ну куда ты лезешь, а, ну? Малосольный огурец. Бочки, нормуль. Блин, аптечку дали, но она мне, ребят, сейчас не очень вовремя была, да? У меня О, я вижу впереди. Впереди супер танк. Опачки. Поехали косить, ребятушек, налево и направо. Ох, сейчас, ребята, и денег с вами подзаработаем. Надеюсь, и патрончиков поднакопим. Вот так вот всех давим. Блин, бабло просто рекой течет. Что-то заработал себе там. Иди отсюда, блин. Луковица хренова. А может быть, чесночина? Не знаю. Ай, все, ребята, кончилось время, 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 время. Ай-яй-яй-яй-яй, все, остановилась моя машинка. Т-34, елки-палки. О, аптечка. Вот это уже хорошо. Ну на ты, выкуси. Блин, да тут еще и пуля от дробовика. Вообще замечательно. Так, баклажан, куда ты нафиг прыгаешь? Ты мне здесь не нужен вообще. Иди, откуда пришел, а? Так, огурец, даже не думай. Все, отлично, ребятушки, нас уходят. Опа-на, опять этот помидор Фредди бежит. О, ты смотри-ка, что он делает. Он меня усыпляет, по ходу дела, да? Этот помидорчик-то. Когда касается меня, а, гаденыш. Черт, подери, стреляет со всех сторон. Блин, выжить бы, ребята, выжить бы. Очень мало здоровья у меня. Да нате, гады, получите все. Иди отсюда, томат. А может быть, это не томат все-таки, а? Помидор-то как бы здесь уже есть. О, вот и корона, ребята. Хе-хе-хе, не догнал меня, лопух. Перебинтованный, валяйся. Опачки, ребятушки, а вот мы получаем с вами следующий уровень. А соответственно, мы выбираем новый перк. И это будет у нас... О, давайте-ка мы, наверное, прокачку опыта возьмем. 15%. Блин, мне все время подсовывают эту хилку-хилку. Я все время от нее отмахиваюсь. Потом, когда она будет нужна, как всегда, фиг ее дождешься. Ну что, ребята, давайте, наверное, мы с вами, блин, автоматик улучшим. Я думаю, да. Автомат Калашникова. Бэби, е. Так, и у меня... Блин, ну ладно, здесь мы ничего не будем делать. Давайте дальше с вами зарулим. Я заодно Калашников этот проверю. По идее, это должен быть хороший автомат. Так, 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 ну куда ты, роднуля, бежишь? Ах ты, посмотри, что делает. Нарвался, как говорится. Так, ой, помидоры уже, у меня в голове не помидоры, блин. Конечно же, огурцы. Ух ты, как я их неплохо сейчас всех разрубил. Слушайте, кстати, когда бочка, ребята, взрывается, она мне урона не наносит. Я так понял. Но... Отлично. О, все, я просто сейчас буду тут лупить всех, буду отбивные делать. Смотрите, оп, оп. Шикарно. У меня, кстати, и скорость почему-то увеличивается, когда я с этой колотушкой иду. Так что это все только мне на руку. Блин, ну как же ты быстро так закончилось-то? Ай, что ты делаешь, блин, Гарри? Какого лешего ты разворачиваешься? Я не понимаю, почему он сам разворачивается. Я его об этом совсем не просил. А когда, блин, нужно повернуться, он нифига не поворачивается. Это гаденыш. Как специально мне вредит, Гарри. Это не в твоих интересах. Мы должны здесь выживать, а не играть, блин, в поддавки. О, наконец-то пошла маза. Так, 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 так. Опачки, ребята, еще одна пушка. Я полетел. Далеко не убежишь. Всех буду... Куда, куда, куда ты... О, Фреддики, картошечка. И еще один Фредди. Замечательно. Ой, кончилось. Кончилось как-то нежданно, негаданно. Ну, давай, подходи, гаденыша. О, аптечка вовремя, вовремя пришла она. Так, картофельно. Блин, что-то вот этот ствол, ребята, вот честно говорю, ну, слабенький, слабенький. Ой, это что такое за... Улитки какие-то. Такого не было у меня раньше. А, понял я. Они медленно-медленно двигаются, ребятушки. Вообще, еле-еле, как червяки. Так, все, сейчас закончится, я не побегу, да? Да-да-да, смотрите. Чешут со всех сторон просто, гаденыши. Да отвали от меня, Фредди, блин.
Два уже докопалось. Ну, давай-ка так попробуем. Ага, вот корона. Берем ее нафиг. Не будем, как говорится, тут долго растютюкиваться с ними. Ну чё, не дали мне никаких очков. Жаль, жаль, ребятушки. Я так хотел, так хотел. Так, ну что у нас по деньгам? Блин, маловато. А мы можем с вами взять два кольта. Вот чё. Да? За 2000 почему бы не купить? Хо-хоу, новое достижение я получил. Gold Member. 1000 экспы. Так, ладно, плевать мне на 1000 экспы. Зум, зум, зум. Погнали, Гарри. Зумкает он мне. Такой отважный герой, блин. Так, тихо, тихо, тихо. Смотрите, смотрите, смотрите. Ай-яй-яй-яй, тихо, тихонько. Ну-ка, как эти кольты хоть... Да, ребята, что-то вообще не айс, если честно. Я думал, что будет у них убойка там какая-нибудь, а не так себе. Так, помидор, вали отсюда. Этот кетчуп, блин, стоит тут. Ай. Да почему до тебя не... А, нет, достал, ребят, достал просто... Как-то не сразу он упал, а что-то там еще подергался, подрыгался. Не знаю, зачем ему это нужно было. Смертные конвульсии изображал, наверное. Так, погоди, 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 ребята. Отлично. Так, вот так вот сделаем. Куда ты бежишь, громадный Фредди, блин? Ой, ай-яй-яй. Черт бы вас побрал, ребята. Как так, блин? Как я так не уследил, а? За этим-то делом. Ай-яй-яй-яй-яй, непорядочек, офигеть. Ну, давайте, наверное, купим вот так вот с вами. А что еще делать, ребятушки? Нужно как-то выкручиваться из этой ситуации. Ну, их тут дофигища на самом деле было. Так, давай-ка поговорим по душам теперь. Где эти там хламоны прячутся? Ага, баклажан упал с небес. Ха, выкусил, гаденыш. Да куда ты, Гарри, блин, разворачиваешь? Я не понимаю тебя, блин, ну раз. Я жму тебе в направлении в одном, ты мне поворачиваешь в другом. С какого перепуга-то вдруг? Слушайте, может быть, я немножко как-то не точно расставил клавиши там. Поэтому как бы смещение идет. Да ядрить тебя на корень, Гарри, ну. Так, это что там еще за... Ох, это кто-то, это что? Это что там у нас за морковочка пробежала, ребята? Вы видели сейчас только что? Это, видимо, может быть босс очередной? Будущий. Ага, так, отлично, здесь расквитались. Ха-ха-ха. Блин, вот огурцы эти, зараза, а? Вроде по ним стреляешь, стреляешь, они все равно как-то умудряются перепрыгнуть. Ну, этого дурачка не обязательно трогать, он на одной линии стоит, хотя не всегда, он иногда смещается. Так, сколько? 6 патронов, блин. Ага, выкусили, гаденыши. Томат, ты достал. Блин, жалко вот эту вот бочку нельзя взять и швырнуть в них, да, предположим. Было бы прикольно. Так-так-так, тихо-тихо. О! Патроны к моему дробашу, а они мне очень сильно нужны. Вообще, дробовик, я считаю, здесь одним таким истоповым оружием. Может быть, конечно, еще что-то будет у нас там дальше. Но на данный момент с дробовичком я просто рулю. Жалко, конечно, мало патронов. Но вы видите, какой эффект, просто сногсшибательный. Тихо-тихо-тихо-тихо, и отсюда чесночина. Какой-то гибрид чеснока с пауком, фиг поймешь, блин. Так. Ох ты, а это что такое? Что это такое? Чё я не понял? О-о-о-о. А-а-а, смотрите, ребята. Я призвал огурца себе на помощь. Ну, корона здесь, а. Как-то он недолго за меня тут повоевал. Ну, дадите, нет? Да что ж такое, не дают мне нифига, а. Новую анчивочку, гады. Так, денег очень-очень мало. Выбора у нас тоже мало. Поехали дальше. Ох ты, с какого фига? Босс левел, блин. Ребята, это опять, я так понимаю, ананас. Тихо-тихо-тихо. Ай, опять только бегает, кусает. Ладно, фиксим. Тихо-тихо, это что такое? Блин, вот этого только тут хлама не хватало. Да елки, смотри, что помидор делает, а? Какое-то облако выстреливает, и я без памяти становлюсь, падаю. Аптечка, ху, повезло. Да иди ты отсюда, ушастый. Почему он ушастый, фиг знает. Еще аптечка. Что-то мне везет на аптечке, ребята. Тихо, тихо, этот луч опасный.
Блин, баклажан там еще. И Фредди. Так, а я не понял, а кто меня подбил? Блин, видимо, этот луч, ребята. Ну что же, ничего не поделаешь, придется нам с вами переигрывать. Фиг с ним, как говорится. Ну, я его должен заколбасить. В тот раз я этот ананас забомбил, даже не поморщился. А этот ананас отличается от того, что здесь добавлен уже луч из глаза у него лазерный. По-моему, у того не было. Так, ладно. Черт, я же вроде взорвал бочку. Почему ему не нанесло урона, а, ребят? Так, пока... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Отлично, отлично. Ух, чуть под лазер не попал, ё-моё. Блин, мне бы сейчас сюда какую-нибудь штуку-дрюку бы найти. О, патрончики, хоть на патронах хорошо помогает мне. Тихо. Ага, получил свое, гаденыш. Ну что, ребята, четверть хп уже у него нету. Так, патроны. Свинюшки-то сколько дают нам, а? Так, тихонько, не кусайся. Ну что, я вам скажу, пока идут дела у нас очень даже хорошо. Так, огурцы пошли, блин. От огурцов мне только не хватало здесь. Картошки. Давай, 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 Гарри, 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 Гарри. Ай-яй-яй-яй, добиваем, добиваем. Слушайте, он что, клинанул? Смотрите, на одном месте стоит и просто лазером своим бомбит. Ух ты, а вот эта штука мне очень пригодится. Давайте добивать, говнюк. Тихо, куда тронулся? Лед тронулся, господа, и... Есть! Замочили мы этого хлебосочного. Ну, дадите мне анчивочку? Конечно же, ну как же, мастер чиф. Я теперь мастер-повар. Так, ну что ж, дорогие мои друзья. Естественно, урон, ребята. Хотя можно... Нет, урон буду брать. Хилку потом как-нибудь возьмем. Так, надо еще посмотреть, что у нас тут по деньгам происходит. Показываю мне быстрее. Ну что ты так тупишь-то, ядрёна вошь? О, ребята, мы с вами можем пропать еще разок калашников. Так что давайте мы это сделаем. Ух ты, ну это все уже будет, ребята, в следующей серии. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся уже в следующих новых видосиках. Всем пока, ребята.